Все избирательные участки Азербайджана полностью готовы к выборам. Об этом было объявлено на итоговой информационной сессии полномочия и обязанности местной исполнительной власти и окруженных избирательных комиссий в процессе выборов. В работе сессии организованы совместно администрация президента Азербайджанской республики, Центральной избирательной комиссии и Бакинским офисом Совета Европы приняли участие главы исполнительной власти и председателя окруженных избирательных комиссий. Открывший сессию председатель ЦИК Мазагир Панахов отметил, что в Азербайджанской республике сформировалась традиция проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов. Благодаря установившейся в результате успешной политики и общественно-политической стабильности созданы всесторонние возможности для проведения выборов на высоком уровне и в демократических условиях. В нашей стране усовершенствована практика выборов, создана прогрессивная правовая база, опирающаяся на международный опыт. Сообщив, что для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано более 37 100 кандидатов, председатель ЦИК сказал, это по сравнению с предыдущими выборами больше на 7 000 человек. Мазагир Панахов отметил, что еще не получен ответ на пригласительное письмо, направленное в Конгресс местной и региональной власти Совета Европы для участия в выборах в статусе наблюдателей. Председатель ЦИК сообщил, что число местных наблюдателей на нынешних выборах превышает 10 000. На каждом участке в среднем будет по 3 наблюдателя. 8 политических партий выдвинули кандидатов на членство в муниципалитетах. Заместитель заведующего отделом по работе с органами регионального управления местного самоуправления администрации президента Гусейн Мовсумов проинформировал о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере демократического развития, защиты прав человека, формирования свободного общества. Отметив, что за последние 10 лет было усовершенствовано законодательство по выборам в соответствии с международными стандартами, проведены 3 президентских, 2 парламентских, 2 муниципалитетных выбора и 1 референдум, официальное лицо администрации президента сообщило, что азербайджанское законодательство по выборам по демократичности и прозрачности не отстает от законов, принятых в передовых странах мира. Азербайджан достиг больших подвижек в сфере выборов, сказал руководитель Бакинского офиса Совета Европы Драгана Филиппович. Она одобрила успехи, достигнутые в нашей стране в сфере проведения выборов, отметила важность дальнейшего усовершенствования этих достижений. Говоря об опыте выборов стран Европы, Драгана Филиппович рассказала и о недочетах в избирательном процессе. Конечно, разногласия по выборам есть в каждой стране, но в различных странах к этому по-разному относятся. Во всех случаях в избирательном процессе должна быть обеспечена прозрачность. Уверена, что информационные сессии, проводимые в рамках совместного плана действий в 2014-2016 годах Совета Европы и Азербайджана, внесут вклад в эту работу, сказала она. Отметим, что сессии, являющиеся совместным проектом администрации президента Азербайджана, Центральной избирательной комиссии Бакинского офиса Совета Европы проводятся согласно совместному плану действий в 2014-2016 годах Совета Европы и Азербайджана. Камила Алиева, Висал Видадиоглу, Наиль Бабаев, Азертач.